Не дергай меня. Просто ищи бобы. Ну, шевелись. Ну ты. Кстати, не помешали бы имена? Моего будут звать... Алис. А мою Плотва. Плотва? Ты серьезно? Башня Рапунцель? Похоже на то. Погоди. Ты помнишь, что Оська говорил про третий бот? Он у лысого батрака глубоко под землей. Да, это должно быть здесь. Пойдем. Мы всегда поднимались наверх по косам, но я их нигде не вижу. Странно. Найдем другой вход. Здесь можно подтянуться, потом перепрыгнуть. Раз уж ты так говоришь, я подожду внизу. Лазить по камням я не мастер. О! Тело принца. Он пытался освободить Рапунцель, но свернул шею.
желтый боб. Не зря залезал. И как? Боб у меня, но вот Рапунцель... Да. Ей надоело ждать принца на белом коне. Ты удивлен? Нынешние парни, модники, страдальцы. И поэтому ты выбрала себе вампира? Детлов, он был орудием, не более. Жаль, что он об этом не знал. Никому нельзя доверять. Я этому давно научилась. Теперь его очередь. Ты с самого начала хотела его использовать? Нет. Сначала он просто меня заинтриговал. Знаешь эту историю? Это было несколько лет назад, в Метинне. Я должна была скинуть добычу у знакомого барыги. Когда мы торговались, вошел Детлов. Он хотел продать серебряный подсвечник. Держал его через сукно. Это меня заинтересовало. Я вышла за ним, выследила его. Но он быстро сообразил, что это. Ну да, нечеловеческое чутье. Он свернул в тупик, а когда я вошла туда за ним, выскочил из-за угла и показал зубы. Хотел меня напугать. Но это не произвело на меня впечатления. В конце концов, я же сама чудовище, не так? И что было дальше? Мы начали разговаривать. Встретились раз, другой, третий. Но он на меня и запал. Сначала меня это даже забавляло. Но только сначала. Потому что он любил меня не как человек, а как зверь. Неистово, дико, отчаянно. Тяжело ответить взаимностью на такое чувство. Даже кому-то с менее кривой душой, чем у меня. И вот в один прекрасный день ты просто исчезла. Да, он бы не понял этих наших прибауток. Давай останемся друзьями, я тебя недостойна, и так далее. Но когда я решила вернуться на старое пепелище, то вспомнила о нем и подумала, что он может еще мне пригодиться. Ты играешь с огнем. Разумеется. Так что или я обожгусь, или спалюся дотла. Другого выбора нет. А теперь ты не боишься встречи с Детлофом? Я с ним справлюсь. Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь, как ведьмак, и видишь чудовище. А я знаю, какой он на самом деле. Будь спокоен. Ладно, пойдем. Еще немного, и мы попрощаемся с этими чертовыми сказками. Я
уничтожу! Берегись, гномы! О, это домики поросят. Помнишь, да? Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Похоже, волк уже сдул домики из соломы и из прутьев. Остался только каменный. Надо туда заглянуть. Помнишь, что говорил Оська? Один боб лежит в открытом поле и охраняет его три раза никто. Может, это здесь? Злой ведьмак подул, что было сил, и, пожалуйста, вот вам боб. Невероятно. Что невероятно? У тебя есть чувство юмора?
Это так странно? Ну, понимаешь, ты пришел, такой надутый, бормочешь что-то не в попад, вечно недоволен. А тут, надо ж, шутка. И вполне удачно. Ну ладно, мы тут все ля-ля, а работа ждет. Будем искать дальше. Ну как? Нравится тебе здесь? Нет, я вообще не люблю магию. Иллюзии, порталы и все такое. Обманчиво все это. Рыцарь старой закалки, да? Это здорово. Это что-то новенькое. Ты правда будешь этим заниматься? Настоящий ведьмак не бросит в беде домашнюю птицу. Дома ее нет.
сломана. Здесь была драка. Перья. Гусыня, должно быть, сильно била крыльями. Или ее ощипали. Берегись, гномы! Давай! Эй, посмотри, там за деревьями какой-то лагерь или что? Ты сукин сын! И золотые яйца тоже! Зачем ее в клетке держать? Пускай откладывает яйца на вольном выпасе. Ну ничего. Где ключ? Есть. Вот он. Хорошо, что ты повесил объявление, иначе я бы тебя никогда не нашел. Эй, смотри, она снесла тебе золотое яичко. Вот бы все заказчики были такими щедрыми. Правда, я бы предпочел волшебный боб, но не буду жаловаться. Ты правда приехал сюда с севера, чтобы принять заказ на бестию? Работа такая. Не верится. Должно было быть что-то еще. В общем, когда-то я провел в Баклере несколько беззаботных месяцев. Может, поэтому меня сюда тянуло? Ну да. Увидишь ту Сент один раз, всегда будешь мечтать вернуться. Ты любила Анну Генриетту? Ты шутишь? Я ее обожала. Моя младшенькая сестричка. Такая миленькая, такая сладенькая. Но когда меня выгоняли из дворца, она даже не выглянула из окна. Может, она не знала? Может, не могла? И не могла дать мне помилование, когда стала княгиней? Я тебя умоляю. Гляди, Нильфгаардский император. Король вышел похвалиться своим новым платьем. Мое новое платье могут оценить только мудрые, повидавшие свет люди. У меня прекраснейшее платье из всех, какие видел свет.
Лотва, не так быстро. Давай, плотва. Всего один бог. Соберись, Геральт. Сигаретку, табачку, дозочку фиштыха. Ага. Напомни, из какой ты сказки? Раньше я продавала спички, но дело у меня не ладилось, так что мне пришлось расширить ассортимент. А вам чего надо, дорогие? Волшебные бобы есть у тебя? Если только это не название какой-нибудь дури, то, пожалуй, нет. А может, ты хочешь... Эй, откуда у тебя эта лента? Она моя. Да? А почему она лежала в кустах? Кто нашел, того и будет, рыбка моя. Не объяснишь, что это за ленточка? Отчего шум? А что объяснять? Я получила ее в подарок от Арториуса Вига, когда была маленькой. Я никогда с ней не расставалась. Она должна была беречь меня от зла. Не уберегла, сам видишь. И все-таки она для тебя важна. Как бы это сказать? Не слишком у меня много памятных вещей из детства. А ленточка напоминает мне старые добрые времена, когда я была кем-то другим. Дорогие мои, шли бы вы со своими воспоминаниями куда еще, м? Вы мне клиентов распугиваете. Может, все-таки отдашь Сиане ленточку? Хм, даром я даю только первую дозу, чтоб потом возвращались. А за все остальное придется платить. Даже если попросить по-хорошему? Если по-хорошему попросишь, можем на нее сыграть в карты. Что там у тебя есть на продажу? Так я же говорю, табак, фиштых, всякое есть, вы сами посмотрите. Хорошо, давай сыграем. Проиграешь, отдаешь ленточку. Ладно, только не надейся. В Гвинт мне равных нет.
Вот дерьмо. Ну, что сказано? Ленточка твоя. А теперь валите отсюда. Ну ладно, говори. Что? Что хочешь взамен? Ты же сделал это не по доброте душевной, правда? Ничего я не хочу взамен. Я... Спасибо. Теперь помедленнее. Но! Теперь помедленнее. Давай! Не торопись! Теперь помедленнее. Слышь, волк, мы можем Тише, ой, моя голова. Даю слово, последний раз я пил с Румцисом. О, Сианна, сколько лет? Ты чуточку изменилась. А ты вот не чуточки злой волк. Только, кажется, ты угодил в плохую компанию. А с кем мне еще пить? С дюймовочкой. Одна рюмочка, и девка уже под столом. Ну, чего вы хотите? Ты всегда можешь выпить с нами. Что? Оставь меня в покое. У меня такое похмелье, я едва на лапах стою. Знаешь, как говорят, клин клином вышибают. Ну уж нет. И что это тебя так на выпивку тянет? Горести заливаешь? Кстати, не хочу цепляться, но ты что-то не по-княжески выглядишь. Лишили меня титула, наследства. Изгнали. Так, всякие родственные терки. Мы ищем волшебную бабу, не видел? Ой, дали мне один на сохранение, только... Где он? Говори.
не так громко. Я могу и громче. А еще я могу убедить тебя каким-то совсем неприятным способом. Она уже с угрозами. В этом вся Сианна. Слушай, я здесь за тем, чтобы играть в сказку. Хочешь играть? Милости просим. Только теперь все сложно. Красная шапочка-то дала дуба. В смысле? Столько раз вспарывали мне брюхо, зашивали в него камни, топили, что едва нас предоставили самим себе, я отплатил этой маленькой язве сполна. Красная шапочка лежит на дне колодца вместе с охотником. А значит, мы можем поиграть. Только я не обязан с тобой разговаривать ни про бобы, ни про что еще. Вон отсюда! Какой-то нервный этот волк. А ты представь себя на его месте. Его определили в злые персонажи, хотя он совсем этого не хотел. Собачья жизнь, говорю тебе. Так что теперь? Не волнуйся, уж мы с ним поиграем. Точнее, я с ним поиграю. Только мне нужна красная шапочка. В смысле, деталь костюма, а не труп девочки. Уж я надеюсь. Ты хотел помогать? Тогда будь добр, прыгни в колодец и вылови шапочку. Ну шевелись, шевелись, шевелись. Ну ладно, пора прыгать в колодец. Ни пуха, ни пера.
И как улов? Удачно. Смотри, что у меня. Дай сюда. Она тебе явно мала. Мне идет. Да. Вполне, вполне. Вернемся к злому волку. Дай угадаю. Ты будешь в роли внучки? Ну еще бы. А ты охотника. Опять вы? Я вам, кажется, ясно сказал. Не буду я с вами разговаривать без красной шапочки. Мы еще вернемся. Пошли, Сиана. Четыре зверя один на другом. Как называлась эта сказка? Блавикинские музыканты. Кстати, тебя тоже кое-что связывает с этим городом, нет? Угу. Ничего общего со сказкой. Три медведя. Три столика, три ложки, три миски. Одни слишком большие, другие слишком маленькие, а какие-то в самый раз. Опять вы! Ничего страшного, Сиана займет ее место. Что? Ну, запретить я вам не могу, так что... Внучка, подойди ко мне поближе. Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка... А почему у тебя такие большие руки? Чтобы крепче тебя обнять, внученька. Но, бабушка, почему у тебя такие большие зубы, а? Чтобы скорее тебя съесть, внученька. Я тебя уничтожу! Что Оська говорил про красный боб? Он у человека, который его наверняка не проглотил. Да, надо вскрыть брюхо. Пробки, вставная челюсть, штопор. А, вот он, красный боб. Ну, наконец-то, теперь все. Ну что? Мне вот интересно, ты исключительно тактичен, или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства? У меня бы на твоем месте было множество вопросов. Ты мог бы спросить, что со мной стало после того, как меня выгнали, а ты молчишь. Неужели тебе вообще не интересно?
Раз ты сама затронула эту тему, я бы послушал. Благородные кавалеры из Тусента вывезли меня в пущу Кайтху. И там оставили одну без гроша, в рваном кружевном платье. А как раз начинались морозы. Наверное, надеялись, что кто-нибудь меня прикончит. Или я на радость всем сама сдохну с голоду. Но я, как всегда, не оправдала возложенных на меня надежд. Неделю блуждала по лесу. Я была синяя от холода. Жрала мох и кору с деревьев. И, наконец, увидела вдалеке огонек. Это был лагерь. Я решила, что спасена. В лагере были бандиты. Бородатые, пьяные, все в крови. Я была уверена, что меня убьют, изнасилуют. Или то и другое. Но этого не случилось. Нет. И тогда я убедилась, что убийца может быть человечнее рыцаря в сияющих доспехах. Они приютили меня, мы поехали в Назаир. И я делала все, что могла, чтобы отблагодарить их. Мне удалось завоевать их уважение, может быть, даже любовь. И в конце концов, я стала их атаманшей. Может, надо было там остаться? Может. Может, я должна была все забыть и начать новую жизнь? Но знаешь что? В конце концов, я подумала. Раз уж они хотели чудовище, то пускай они получат чудовище. Ты многое испытала. Да. А моя сестра в это время давила виноград и валялась с менестрелями на перинах в свое удовольствие. Это не она тебя изгнала. И не за это я ее виню, а за то, что она забыла. Забыла обо мне. Ладно, хватит болтовни. Пойдем. Пойдем.